В 2012 году в Ноябрьске закрыто 28 наркопритонов. Об этом сегодня на аппаратном совещании заявила главный специалист антинаркотической комиссии Оксана Матиенко. В общей сложности в прошлом году было изъято около 30 килограммов наркотических веществ, и почти 100 человек привлечены к ответственности за изготовление, употребление и распространение наркотиков. В течение 2012 года за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, осуждено 92 человека. Из них назначено наказание в виде лишения свободы 48 человек, лишение свободы с применением статьи 79 УК РФ 33, штрафа 7 человек, обязательных работ 1, исправительных работ 3. Помимо этого возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании в отношении 5 лиц.